Генеральный спонсор Дня Брянского поля – компания «Трейдинг Центр». Это наш брянский дилер, который поставляет широчайший ассортимент современной сельскохозяйственной техники мировых брендов. Компания «Трейдинг Центр» является официальным дилером брендов «Дойцфар» – это тракторы и зерноуборочные комбайны, «Пётингер» – это широкая линейка прицепной техники от почвообработки до кормозаготовки, техника «Кун» – тоже широкая линейка от почвообработки и посева до заготовки кормов и кормления. С каждым годом растет ассортимент техники отечественного производства. На агропромышленной выставке «День Брянского поля» компания представила российские бункер-перегрузчик зерна «Лилиани», прицепную технику компании «Solar Fields». Каждый комбайн, культиватор, трактор изучены командой трейдинг-центра досконально, чтобы предложить аграриям нашего региона самую продвинутую и комфортную в использовании технику. Сельское хозяйство – это дело моей жизни, я так называю это. И когда мы занимаемся поставками, обслуживанием техники, подбираем какие-то новинки, завозим. Я лично в том числе, конечно же, с командой принимаем участие. То есть мы выезжаем в поля, смотрим, как работает техника. Я считаю, что наше российское сельское хозяйство имеет все возможности и огромнейший потенциал кратно расти. Компания «Трейдинг Деталь» – поставщик новейшей картофелеуборочной техники бренда «Ропа». Инженерные и конструкторские решения не только позволяют собирать урожай второго хлеба круглосуточно и эффективно, комплектация создана для удобства человека, сутками работающего в поле. Компания «Трейдинг Деталь» является официальным дилером бренда «Хорш» и «Ропа». «Хорш» – это известный мировой производитель широкой линейки техники, опять же, от почвообработки и посева до техники по уходу за урожаем. К слову скажу, что у компании «Хорш» есть завод в России. Одно из новых направлений компании, отвечающих запросам времени и сельхозпроизводителей – услуги МТС. Советский опыт использования машинно-тракторных станций вновь востребован. Развивающиеся хозяйства, которые не могут позволить себе современную технологичную технику в силу ее все-таки высокой стоимости, но при этом они готовы работать с нами в направлении МТС, оказания услуг, потому что для них это проще. Оказывали услуги по посеву, по почвообработке, весь спектр услуг, опрыскивание, разбрасывание удобрений. Планируем в этом году копать картофель также как услугу. Специалисты компании «Трейдинг Центр» отмечают огромный потенциал брянских аграрий, которые стремятся использовать самые современные машины для наращивания результатов своего производства. Александра Седачева, Александр Власов, Кокина.